Всем привет! Вы на канале тот самый Шашлычок. С вас подписка и лайк. С меня вкусные рецепты различных блюд. В сегодняшнем нашем меню шашлык куриный на электрошашлычнице. Вот такая вот у нас электрошашлычница. На ней будем жарить шашлык куриный с куриных крылышек. Также шампиньоны помыл. Замаринуем и пожарим шампиньончики. Что пойдет по специям в нашей крылышке? Соль, паприка, куркума, черный перец, красный перец и немного базилик сушеный. Базилик немного, это где-то 1/3 ложка, так как он сильно насыщенный, ароматный. Много класть его не советую. Приступим к маринованию крылышек. Сначала солим. Ну, солите каждый по вкусу, кому сколько. Далее паприка, куркума. Паприки, куркумы здесь где-то по 1 чайной ложке. Черный перец 1/2 чайной ложки. Красный перец 1/2 чайной ложки. И базилик 1/3 чайная ложка. Все это вмешиваем. Заметьте, никакого майонеза, никакого кетчупа. Все в естественном своем образе, как говорится. Специи, мясо. Мясо диетическое, куриное. Мариноваться будет часика 3. Ну, я уже говорил, запах от базилика уже пошел. Хороший такой приятный запах. Шампиньончики хотел сначала сделать там маслечко, тоже в специях, а потом подумал, зачем заморачиваться. Они и так по себе вкусные. Шампиньоны венгерские, темные, свежие. Все. Курочка наша замаринована. Пускай стоит. Маринуется. Ну, а шампиньоны мы просто солим. И перемешиваем. Соответственно, сейчас размякнут, дадут сок. Ничего страшного. Жареные на электрошашлычнице, они просто удивительные, вкусные. Так скажем, захотелось по-быстрому что-то покушать. Вот рецепт: шампиньоны, куриные крылья. Мясо на шампура одели, на шашлычницу все поставили. Включаем, запускаем, как говорится, на старт. Внимание, пуск. Сейчас нагреется тен, накроем кожухом и будем периодически посматривать. Вот уже завертелось, закрутилось мясо на шампурах. Грибочки. Картошечка, куриные крылья. Красота. Прошло 10 минут. Вот так выглядит мясо после 10 минут жарки на электрошашлычнице. Кожух я снял.
чтобы жарилось оно не сгорело, а равномерно. Ну, как шаурма делается, тоже пласты курицы лежат и жарится от тена. Как течет сок он с шампиньонов, с крыльев куриных. И все в чашу стекает для сбора жира. Еще минут 10, я думаю, можно будет снимать. Вот такой вот получается куриный шашлык с шампиньонами, с картофелем, так скажем, с овощами в электрошашлычнице. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем буду рад. Ну а с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.